Ребята, сейчас мы будем выполнять упражнения для повышения уровня физического здоровья. Внимательно смотрите и повторяйте все движения. Лифт. Это упражнение укрепляет мышцы спины, живота и ног. Исходное положение. Лежа на спине, ноги вместе согнуты под углом в 45 градусов. Полная опора стоп. Лопатки сведены, руки ладонями к полу. На раз. Поднимаем таз. На два. Исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз. Таз вверх, выдох. Два. Вдох. Раз. Ноги вместе. Два. Плечи разведены. Раз. Выдох. Два. Вдох. Раз. Смотрим вперед. Два. Таз вниз. Продолжай. Упражнение 2. Боковая планка на правом предплечье. А теперь укрепим боковые мышцы туловища. Исходное положение. Упор лежа на правом боку, рука согнута на уровне плеч, упор на правое предплечье ладонью к полу, ноги вместе, голова прямо, левая рука на пояс. На раз. Таз поднять. Далее. Удерживаем. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз. Таз поднять. Два. Держим. Три. Держим. Четыре. Голова прямо. Пять. Шесть. Ноги прямые. Семь. Смотрим вперед. Восемь. Продолжаем удерживать. Отлично, молодцы. Поменяем исходное положение на левый бок. Исходное положение принять. Левая рука на уровне плеч, ладонь к полу, ноги прямые, голова прямо. Упражнение начинай. Раз. Таз поднять. Два. Держим. Три. Держим. Четыре. Смотрим прямо. Пять. Ноги прямые. Шесть. Дышим. Семь. Восемь. Продолжаем удерживать. Молодцы. Упражнение 3. Отжимания в упоре лежа. Это упражнение укрепляет мышцы рук, плечевого пояса, спины и живота. Исходное положение. Упор лежа от пола, руки на ширине плеч прямые, ноги вместе, голова прямо, живот втянуть. На раз. Сгибаем руки локтевыми суставами вдоль туловища. На два. Разгибаем руки. Исходное положение принять. Спина и ноги прямые, руки на ширине плеч, пальцы вместе. Упражнение начинай. Раз. Вдох. Сгибаем руки. Два. Выдох. Руки прямые. Раз. Вдох. Живот втянут. Два. Выдох. Смотрим вперед. Раз. Вдох. Два. Выдох. Продолжай. Упражнение 4. Пресс углом. А теперь укрепим мышцы живота. Исходное положение. Лежа на спине, лопатки сведены, голова прямо, руки прямые ладонями к полу, ноги прямые, носки тянем. На раз. Поднять ноги вперед. На два. Исходное положение. Исходное положение принять. Ноги вместе, носки тянем. Упражнение начинай. Раз. Поднять ноги. Два. Опустить. Раз. Выдох. Два. Вдох. Раз. Носки тянем. Два. Ноги прямые. Продолжаем. Упражнение 5. Ворота. Завершим комплекс упражнением для дыхания. Исходное положение. Стойка ноги врозь, полная опора стоп, спина прямая, руки перед грудью. Исходное положение принять. Вдох через нос, руки в стороны, делай раз. Выдох через рот, руки перед грудью, делай два. Раз. Вдох, руки в стороны. Два. Выдох, руки перед грудью. Раз. Через нос. Два. Через рот. Раз. Руки прямые. Два. Голова прямо. Раз. Глубокий вдох. Выдох. Спина прямая. Продолжаем.